Здравствуйте, коллега! С вами я, Алевтина Чумачен. И тема сегодняшнего разговора – это текстовый редактор для WordPress. Почему актуальным стал такой вопрос, как установка текстового редактора для WordPress? Ведь блог у меня уже работает. Дело в том, что у меня, если вы обратили внимание, то вот в последнем контенте от 1-10 числа, видите, у меня текст написан жирным шрифтом. И немножко чуть дальше туда вы тоже здесь жирным шрифтом. Это не есть хорошо для блога писать жирным шрифтом. Здесь у меня было хорошо, да это до тех пор, пока не слетел системный диск. И не слетела Windows. То есть какой-то вирус зашел и поломал что-то и в теме моего блога, который я сама лично устанавливала по специальной программе. Решение установить текстовый редактор для WordPress расширенный пришло как бы само собой. Поэтому сначала перейдем на пробный мой блог, где я пробую все плагины, там обложки ставлю, как оно выглядит и так далее. Но оно должно быть у всех такое. И посмотрим, с какой там текстовый редактор стоит сейчас. Итак, переходим, идем в записи и смотрим. Вот стоит вот такой текстовый редактор. Видите, здесь только я могу абзац, то есть заголовком. То есть если где-то выделить слова, даже весь текст, то оно будет только в жирном шрифте. Ни о каких размерах там 14 и так далее, вот адрес и так далее, здесь не идет. А мне нужно, чтобы больше здесь, видите, ничего нет. А мне нужно, чтобы был 14 размер. Для того, чтобы установить текстовый редактор, нужно обязательно зайти на официальный сайт. То есть текстовый редактор, он устанавливается через плагин. Можно установленный, а можно сразу добавить новый. Я уже знаю, какой это плагин. Поэтому плагин TimeMCE Advanced. Вот такой вот плагин. Идем дальше. Нажимаем поиск плагинов. Установить. Мы зашли сразу на WordPress-скую страничку. Установить. Окей. Установлено. И активировать этот плагин. Вот он у нас стоит уже. Вот он. Этот плагин. Мы его активировали. Дальше идем в параметры и соответствующее название этому плагину открываем страничку. Вот таким образом у вас будет все и настроено. То есть вы можете это убрать, что-то вам там не нравится, или перетащить туда что-то такое, то, что вам, например, нравится, да, что вам нужно. Вот. Или это убрать, или это убрать. Да, это не важно. Это, или это здесь сделать. Параграф. Или убрать. Или вот это мы здесь сюда поставим. То есть вы под себя уже формируете свой текстовый редактор. И после того, как вы накидали в этот редактор свои чекбоксы, вы спускаетесь вниз. Здесь нажимаете Save Changes, сохранить. Все у вас сохранено. И дальше мы уже идем все записи. Здесь добавить новую. И вот у вас уже вот такой вот текстовый редактор пристал. Видите, вот семейство шрифтов. Вы можете выбирать Arial, да? Здесь размер какой 14. И вы можете вставлять новую запись. Здесь вы пишете тоже. И так далее, да? И публикуете семейство шрифтов. Здесь уже вы выделяете Arial. И какой 14 размер. И опубликовать. И посмотреть, что у нас получится. Вот у нас нормальная запись получилась. Без жирного, без всего, то есть 14. Итак, мы установили текстовый редактор. То есть свою проблему я решила таким образом. Если у вас
точность такая же проблема, то рекомендую установить текстовый, расширенный текстовый редактор для своего блога. И проблемы в точности также будут расширены. На этом я благодарю вас за внимание, благодарю вас за терпение. Если понравилось, то поделитесь своими друзьями в соцсетях. Кнопочки находятся чуть ниже. Всего вам доброго, до следующей встречи. Пока.